На видеосервисе ОКО состоится премьера 8-серийной фантастической драмы «Выживший», выход которой ожидается 12 августа. Сюжет сериала рассказывает историю мира после глобальной катастрофы. После трагедии осталось совсем немного людей, сумевших выжить после падения цивилизации и зараженных странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон. Теперь, чтобы проснуться, человека нужно будить. Только вмешательство извне вытаскивает его из состояния, которое через несколько часов переходит в смерть. Казалось бы, общая беда должна объединить всех, оставшихся в живых, но человеческая природа диктует свои условия, и люди больше не доверяют друг другу. Спустя время в мире не осталось никого, кроме простых людей, которые хотят прожить еще один день, вооруженных банд, которые рыщут в поисках бензина и еды, и стаи одичавших собак. Главные роли в сериале исполнят Алексей Филимонов, Артур Смольянинов, Дарья Савельева, Валентина Лукащук и другие. Премьера 8-серийной фантастической драмы «Выжившие» состоится 12 августа на видеосервисе ОКО. Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.